находимся на зерновом агрофирме «Партизан». Видите, сколько мы сои в этом году собрали. Благодаря тому, что мы работаем с фирмой БАС, применяем их гербициды и немного научились работать с новым препаратом, так называемый корм. Корм у нас появился где-то в 2016 году, мы его попробовали немного, на 2000 гектаров взяли. Немного неправильно применили, потом немножко подумали, научились, почитали рекомендации, посмотрели в производственных опытах и решили, что корм хороший, надежный гербицид, но правильно надо применять. Ну, в составе корма это имазамокс и бентазон 480, там 22,4, то есть это пульсар и базогран, грубо говоря, по крестьянам. Значит, применять его в базу сорняков, это третий лист сорняка и сои, где-то два пирамидальных. В принципе, эффект очень хороший. На второй год уже, вот в 2017 году попробовали, уже строго по рекомендациям применили. И практически сорняков, естественно, надо применение искать поля, которые очень мало переросших многолетних сорняков. База маленькое развитие, значит, он держит где-то в пределах, ну, по крайней мере, 2 месяца держит, легко держит. Вот. И соя, когда уже, и не так какое влияние оказывает на сою при вот этих всех применениях. То есть фоза соя еще маленькая, гербицид срабатывает очень хорошо по сорнякам. И дополнительно еще получается экран защиты. Вот. Поэтому этот гербицид очень перспективный и очень по схеме даже дешевле получается, если баковый взять контактник Арама. Но применение его всегда надо сочетать в первую фазу применения. То есть если вы проработали поле очень хорошо, обработали культивацией, подготовили поле к посеву очень хорошо, значит, там только могут быть однолетние сорняки широколиственные и злаковые. Эффект очень будет хороший в течение 2 месяцев. И действие на сою меньше оказывает, так как большой состав действующего вещества у нас там базогран, бентазон, он не такое сильное оказывает действие на сою. Ну, эффект очень хороший. В этом году у нас уже где-то было применено в пределах, наверное, 1010, и первую фазу применяли. Эффект уже очень хороший. Практически мы после этого там не работали никакими гербицидами. В основном одним кормом отработали. То есть сорняки были, вышли через 2-3 месяца, там какие-то сорняки вышли, но уже они такого вреда, порога экономической вредности не было. Поэтому будем примерно так вот где-то при пределах 1010, на 10 тысяч мы брать будем каждый год. BASF. We create chemistry.